Или только. И Сергей Колупаха. Главный дирижер концертного оркестра. Ну и концертный оркестр, пожалуйста. Дело в том, что вы думаете, почему я так часто поднимаю музыкантов. На самом деле, даже врачи доказали, что, ну, когда долго сидеть, вредно. Только из медицинских рекомендаций. Мы соблюдаем все рекомендации, особенно эти. Да. Вот, что я хотел сказать. Муслим Агамаев был настолько, конечно, номер один в Советском Союзе, и все композиторы вот, сочинили песню, и сразу вот кто? Надо песню прославить. Прославить мог только Муслим Агамаев. Раз спел, все это становится хитом, композитор получает авторские отчисления за песню, песня транслируется, Магомаев поет, все здорово. И вот одна из историй с одной прекрасной песней. Александра Пахмутова решила в 1972 году написать песню «Герой спорта», потому что в Мюнхене проходили Олимпийские игры, и наши спортсмены там участвуют. И вот как бы герои спорта, все вы эту песню знаете. Она звучать сегодня не будет, не волнуйтесь. Я в лучшем смысле этого слова. Дело в том, что Магомаев ее спел, но он не хотел. Он говорит, ну это не мой репертуар, что ты, Саша, ну я не пою. Но она говорит, а я взамен, если ты запишешь эту песню, я сочиню тебе такую песню, знаете, как вот «Золотая рыбка». Такое желание, вот от которого ты не сможешь отказаться. Он записал песню, и Александра Пахмутова в благодарность за это ему сочинила легендарную песню, на мой взгляд. Песня, которая называется «Мелодия». Знаете такую песню? Да, и дело в том, что как раз, вы помните, о чем эта песня, и как раз у Магомаева в этот момент, в этот период, был бурный роман с его будущей супругой Тамарой Синявской. И даже она была в Италии, в стажировке, он записал эту песню, когда была записана, и в трубку позвонил в Италию, говорит, вот, послушай, я посвятил тебе песню. И вот эту мелодию, записанную Магомаевым, в трубке послушал там. И через 2 года они расписались. Так что все благодаря этой прекрасной мелодии. Поет Антон Корчевский. Thank you.
было конкурса Академии музыки Белоруссии Государственной. Всего доброго. Но это еще не конец, подождите. Что вы сразу? Браво! Да, кстати, вы знаете. Вот, кстати, вы знаете, вот я почему говорю, что почему я люблю еще Гомель, кроме того, что здесь добрые люди, приятная теплая погода всегда, все улыбаются. Еще кроме того, что высокая степень образованности. На разных концертах, в разных городах, по долгу своей работы, обычно кричат «Браво!» там, вокалисту, а у вас кричат «Браво!», потому что по-итальянски парням говорят «Браво!», «Брависсимо!», «Браво!», а когда несколько, то «Брави!». Так что в самом конце, когда все выйдут, будете говорить «Брави!». Договорились? Ну вы знали, это и так, я уверен, это просто я так, на всякий случай сказал. Муслим Магомаев, талант, откуда талант взялся? А на самом деле это дедушка, композитор был, один из основателей национальной композиторской школы Азербайджана. Его фамилией, именем названа филармония Азербайджана. Отец театральный режиссер, мама актриса. Ну сам Бог велел быть Магомаеву великим артистом. Ну, рифмом получился. Класс. Вот. И на самом деле он спел больше 600 песен. 600 песен, представляете, за свой период творческой деятельности. И 30 из них он сочинил сам. И сейчас прозвучит одна из этих 30, которую вы уже называли сегодня. Thank you.